отвратительная игра, согласен, но хорошо, что сейчас дали нам по шапке. Сейчас будем более собраны и 27 числа все увидят совсем другую команду. Вас реально это задело? Ну просто матч-то товарищи все равно. Ну да, увидели, какие нервы были, и у меня само тоже нервы не выдержали. Вот, ну сейчас все успокоились, сейчас 4 дня потренируемся. И... Непонятно было, в какой момент вас удалили. Спросили, но просто в какой момент вас удалили? Ну, там был стык шайбы, то есть, получается, не было проброса. Вот, и хотел я поменяться, а судья свистнул, что был проброс, я ему просто подъехал, сказал. Вот он меня начал запугивать, я ему ответил, что не надо меня запугивать, но он сказал мне, иди в раздевалку. Я пошел в раздевалку, мне приходят, говорят, возвращайся. Вы хотели на большинство выйти? Вот просто удаление было не в Химика, вы стояли, или просто надо было на скамейку ехать? Нет, надо было на скамейку ехать, потому что он сам, видите, не определился еще, куда им, ну, он то выгнал, то не выгнал, как бы. Ваш 90 союзник начал здорово смотреться, как сегодня игралось без него? Дима, я считаю, что это большая потеря для всей команды. Вот. И немножко сейчас нам надо будет с Олой, наверное, перестраивать игру и привыкать, наверное, с Женей Коротковым будем играть. Вот. Ну ничего, здесь 4 дня, сейчас наладим немножечко. Надеюсь, у нас, в принципе, вся оборона держалась, и он, как сказать, связывал защиту и нападение. Вот сейчас Короту надо будет сделать то же самое. Несколько удалений было за счет того, что 6 плевых игроков, а тренер сказал, что это, скорее всего, не сконцентрированы были ваши мнения по этому поводу. Да, я считаю, что он правильно сказал, потому что нельзя так в плов, это будет каждое удаление на счету, и если нам забьют плов какие-то важные шайбы из-за того, что 6 человек вышло на поле, это будет вообще... Два разных матча получилось, потому что тактику другую подобрали под сегодняшнюю игру или нет? Нет, просто пытались вспомнить, как играть, месяц не играли, и в принципе в той игре, видать, выскочили на эмоциях, вроде и бежали нормально. Вот сегодня что-то мы, естественно, по колено в снегу стояли. Вот эта пауза, она может как-то слова-то раскачать и с колеи выбить, потому что вы-то перед паузой играли просто отлично. Ну вот мы и хотим так же играть, как мы играли в последние игры, потому что мы знаем, что если мы будем так же играть, у нас... В принципе, если мы так и будем играть, как ЦСКА и Йокерит, конкурентов немного за выход до дальнейшей стадии.